Так, всем привет, привет, мои телепузики, мои сахарные заводы, Калуга, бандиты, жилетовские, мои любимые подписчики, и дзеновские, и тюбовские, и, короче, весь интернет, хотел. Интернет, кто мне знает, всех с наступающим. Сейчас распаковка чек. Что я хочу сказать, ребят? Дзержинский район, деревня Жилетово. Наша Надя, как ее, с магазина у Лехи работает, она живет в Полотняном, где мои тетки там все. Она 2 числа едет тра-та-та к своему мужу. Я его знаю, я с ним общалась, ну, по видеочаты. У него позывной бригадир, а 10 человек, а так их танковская, артиллерийская какая-то. Я не знаю, я забыла, ребят, честно. А так у него позывной. Малый он хороший, это ее муж. Она уже не первый раз едет. И 2 числа она выезжает на своей машине. Не знаю во сколько. И я от своего канала, и наши девочки с общаги тоже сказали, дадут, отнесут. Я от себя, от своего канала, от своих подписчиков, донатеров. Я только начинающий. В следующий раз побольше. Вот. Там и с магазина тоже ей передадут. Если кто-то хочет, она 2 числа, можете ей позвонить. ВК у нее есть, ВК страница, она у меня там, увидите. Вы ее все знаете. Я, короче, пацанам взяла вот такие носочки. Носочки. Это от моего канала, от моих подписчиков. Ребят, я только начинающий. И потом в следующий раз, когда она поедет, побольше. 10 штук я взяла вот таких носков. Потом возьму килограмм конфет, пряников и печенья и заварки. Это от моего канала. Вот носки. От моих подписчиков, от меня, от донатеров. Ну, ребят, я только начинаю. Так. Это я взяла у подруги. У меня сломалась, есть маленькая. Ну, мало кто приедет. Я ходила сейчас в магазин. Вы знаете, я вчера работала два эфира. Я вчера заработала денег. То заплатила и это за интернет. Пошла, подкупила. И Лёсик вчера меня, и Лёсик за Доню сделал мне большую. Лена Питер, Люда Питер. Ой. А кто еще? Потом Люда Маузер. Маузер. Кто еще там? Господи, памяти вообще. Но вчера донатеров было много. Вот, сегодня тоже я выйду, а что делать? Перед праздником надо работать. Вот это вот я взяла. Ой. Да, и мне не жирно, а что делать? Так, я подкупила к Новому году, где покушать еще до Нового года. Сегодня 24-й, да? А, я взяла еще сейчас на игрушки повешу. Вот сюда вот подвешу. Ну, новенькие девки. Ну, я как ребенок. Ну, ладно, девки. Так, в Пятерке взяла масло подсолнечное. Красная цена 84 рубля. А, макарон в Пятерочке взяла. 2 штуки. Рожки и макароны, ну, длинные. По 14 рублей. Идет у меня съемка? Идет. Так, красную рыбу взяла. Горбушу. Ну, мне хватит, девочки. Правильно, я ж не буду все это резать. Так. 200 рублей красная рыба. Вот этот кусок 200 рублей горбуша. Форель 250 тоже там взяла я. Это мне это написала, как ее звать. Маринка, моя подписчица. Ну, она из Калуги, живет в Москве, калужская. Но это к Новому году взяла. Это я взяла так. Потом, сейчас, девки, вот это взяла тоже.
154, что ли, не знаю. Вроде бы. Я чек не знаю где. Это я тоже так пускай. Не знаю, буду есть. Так, сейчас, девки. Морковки взяла. У меня морковку надо подкупить. Вот, подкупила. Вот эти 6 штук каши по 6 рублей взяла. Я люблю кашечки есть. Кашечки. Ну, это сейчас кофе попью. 54 уже стало. Было 54, потом 64, теперь 54 обратно. Ну, чай пить на булку. Так, и взяла икра зернистая, лососевая рыба. Там было много в стеклянных. Я вот такую взяла. Это не подделка, я уже там у всех спросила. Это в одном стеклянном, а в другом подделка, где в другом. Вот, взяла я. Вот она. Сделано в море, написано. Это я все в Пятерочке. Так, что еще взяла я? Так, это игрушки, 3 татушки. Так, себе штаны взяла. Девки, бомба сейчас ходить. Ну, точнее, штаны спортивные, видите, модные. Взяла. У меня, вы знаете, подруга 2 года назад подарила зимние такие ботинки замшевые, офигенные. У меня только трико есть зимние, а это ходить брюками сделано, вообще шикарные. Вон, вот сейчас теплые. Не знаю, чьи они здесь. Клемене, клемене. Ну, хорошие. Цены не буду говорить, цены только моим донатерам, я скажу. И дома же взяла. Я же люблю таких штанах, у меня штаны есть такие. Вот, я дома взяла ходить на резиночке. Ну, я люблю такие. Сейчас я буду краситься, мыться, краситься и одену. Я люблю такие вещи. Так, ну что? Так, дальше. Вот, ну это к Новому году я, вот это вот все к Новому году. Вот это к Новому году. Пускай у меня в холодильнике, я потом сниму что. У меня все есть, девки. А это вот на повседневное. Сейчас, что еще здесь? Дальше, погнали. Так, молоко 75 взяла, это у Лехи. У Лехи в магазин около общаги, Надюха сегодня. Ой, ой. Котлеты взяла, девки-то хорошие. Ой, девки, сейчас я уберу. Девки, котлеты взяла. Я какой раз беру их. Ой, девки, они сейчас... Это я лазила, шлындала. Да, что можно пожарить их. Сейчас, девки, подождите. Сейчас пожарю. Взяла, нету больше... То, что было, остатки взяла. Ой, девки, вот я нашлындалась. Ну ладно, ничего страшного. Ой, вот я. Ой, сейчас, девки. Кто-то стучится. Так, дальше что, давайте. Ой. Так, картошечки себе взяла чуть. Потом к Новому году возьму. Что-то картошки пожарить хочу сейчас. Хлеба взяла. Ну, это на еду я пока. Колбасы вот это люсовской с жиром взяла. На еду просто. Хлеб половинку. Хлеб, хлебушек. И, ой, девки, 2 пакета взяла яйца. Были 120 брала у Лехи яйца. А теперь 125 взяла.
Два упаковки взяла, пускай сейчас. Так, колбасы взяла хорошие, салями итальянская, это очень хорошая. 800 рублей килограмм, нет, ну там поменьше чуть, не знаю, или 800, это мало весит, палка это хорошая, это я не буду разворачивать до Нового года, ничего ей не будет. У Лёхи я взяла это. Так, вот эти конфеты хорошие, сказали, женщина, учительница пришла, она говорит, вообще бомба. Сейчас я попробую. Ну, к Новому году взяла. Ой, ой, а что это такое? А где это конфеты? А что? А что здесь конфеты нету? Я не понял. А что это такое? Сейчас я попробую. Она сказала, хороший. Ну, пускай, девки, для себя. Мне Лёсик сказал на Новый год. И девки вчера мне накидали. Бери, что хочешь. У меня в холодильнике все есть. Ну, я подкупила. Но к салатам это... О! А, горошек есть. Там салат оливье. Я возьму колбасу и что, картошки еще возьму, а что, все у меня есть. А, огурцы соленые есть. Огурцы свежие, еще помидоры. И все, детки, у меня все есть. Чай еще себе взяла. Масло взяла еще себе. А все, Лехи. 4 пачки по 65 рублей Лёха привез. Девки же летовские. А помидоры взяла у Лёхи. Прям вообще. Ну, мало кто ко мне приедет из подписчиков. Это кофе взяла пить у Лёхи. Вот еще конфеты. Ну-ка, видите, что... А это что? Все, у меня все есть. Только как это морковки набрала. Ну и вот 4 банки, это банки говорю, по 65 рублей. А, и консерву взяла. То есть шпрот это мы берем всегда вкусное. Это очень вкусное. Ну, тоже у Лёхи. Все, ребят. Жилетовский, я вам не уговариваю, не прошу. А если вы хотите, под... девки, какие вкусные, там прям клубника. Хотите помочь нашим пацанам, это идите к этой, как ее звать, к Надюхе нашей магазине, которая... Она 2 числа, не знаю, утром рано выезжает или в обед, не знаю, на своей машине. Я от своего канала тоже дам. Ну, от своих подписчиков, от себя. Все, давайте, девки, буду краситься сейчас и есть. Спасибо за внимание. Лайки ставим, пожалуйста, зайки мои.